Good afternoon, 47. Your target is Howard Moxon, an international antiquities trader who specializes in selling priceless art to finance terrorist organizations. He is currently involved in the sale of the Ivory White, a filigree egg looted during the Second World War. The client has requested that you both eliminate the target and locate and retrieve the original Ivory White. This priceless artifact is most likely in one of the museum's safes. The clock is ticking, 47. Good luck. Всем привет, с вами Овертайм. И с вами Коля Л, Коля Т. Опять обсуждаем игровые новости. И на фоне сегодня будет Elusive Target 8 в Хитмане. Я постараюсь украсть яйцо и убить чувака, который его продает, чтобы потом финансировать террористов. В общем, да, очень злой. Жизнеутверждающе. Да. Вот, начнем с релизов, которых не было, и перейдем сразу к новостям. Калипсо компания, это издательство, да, анонсировала Sudden Strike 4 стратегию в реальном времени. Если помните такую серию, она... Не помню, то есть нет, да, не помню. В России противостояние называлось, да? Да, но это в России сделанная серия 1, 2, 3, а теперь четвертую делают венгры. Ну вот. Ну там выйдет есть... она... Ага. Венгерской школы РТС есть такое понятие, они вообще неплохие. Но самая у них вершина была, когда они там про зайцев и свиней сделали игру. Венгры это было самое лучшее там. Причем это РТС. Да, помню статью, да. Да. Вот, выйдет Sunset Strike 4 весной следующего года на ПК, Mac, SteamOS, ну то есть на Linux. И на PS4 внезапно. Вот. То есть, я помню, что первые три части, они были такие, ну, типа, не то чтобы серьезные варгеймы, но там без мышки было никак прямо. А в ролике вот четвертый там показывают такие небольшие, типа, драматичные сражения, там, два танка, три танка. Там артиллерия бьет тоже по паре танков. То есть, наверное, масштабы поменьше будут, просто красиво сделают. Я что-то не могу не вспомнить эту историю, что не Вал делал пятый героев, а венгерская студия, по-моему, Black Hole делала шестых. Вот, и типа, да, за половину денег, за которые был согласен работать, не Вал. Еще есть этот драматург британский, как его зовут, Ноуэл Коуэрт. У него там есть пьеса, забыл, как называется. Там главная героиня говорит: еще я знаю, какие венгры ужасно грустные. Наверное, на них Чардаш действует, это танец. Вот, я, то есть, я Чардаш играл на экзамене в музыкальной школе. Ну, то есть, классно. На баяне. На баяне, да. То есть, у меня есть знакомый, который играл на баяне. То есть, это действительно, я не знаю, Коль, как у тебя, но, короче, он играл на баяне, играл на всех семейных торжествах, на выпуске. Ему купили под выпуск баян какой-то ГДРовский, там, за 800 рублей. Он на нем сыграл два раза и больше потом отложил. Настолько ему это все обрыдло, что это... Я после музыкальной школы, ну, то есть там экзамен сдал и больше в руки баян не брал. Ненавидел. Ну, на самом деле зря, потому что этот аккордеон. Ну, да, уже, да. Да, можно там. Я это... бы сейчас бы с удовольствием поиграл. Ну, то есть, я сейчас не знаю, очень долго вспоминать придется. Все это дело. Все будут просить ему в кебаб сыграть. У меня, ну да, это, кстати, можно было бы. У меня руки помнят, но я постоянно, вот не знаю, до сих пор сколько лет уже прошло, получается. Наверное, ну, около 15, и у меня до сих пор пальцы выстукивают там разные мелодии, когда музыку слушаю. И вот как будто на баяне играю. Да. Но я думаю, также... что это помогает координации движения в любом случае. То есть это все зря не проходит. То есть ты клавиатурный, тот, кто играл на баяне, он хорошо очень вслепую, например, в Warcraft прожимает это. Наверное, да. Да, в общем, с Sudden Strike разобрались, что дальше. На MCV пишут, что в первые полгода после выхода NX в продаже для нее появится Pokemon, Zelda, ну, Zelda, понятно, там, Breath of the Wild и Mario.
по-моему, не знаю, что из этого делать такую большую новость. Целых три игры, одна, про которую уже известно. Про Марио, по-моему, и так понятно. Ну, про Покемон, не знаю. Там, наверное, будет типа из основной серии, которая выходит сейчас на 3DS или что. Потому что сейчас, насколько я знаю, на Wii U есть там Pokken Tournament, типа файтинг про покемонов, основной... Это побочка, да. А так, чтобы ходить там покемонов собирать, RPG, по-моему, нет. Но я не уверен. А, ну то вот. Есть это подтверждает покемона, что она будет... То есть ты ходишь с этой... с консолью, собираешь, и потом, не знаю, дома... Ну, если они так сделают, конечно, да, будет неплохо. Ну, я просто, ну, вот подумал, что нужно Nintendo, чтобы вот запустить NX максимально шумно. Первые, да, первые вот эти вот, то есть, как это сказать, ну, то есть, Зельда, Марио, Покемон выходит в течение полугода, а не лонч-тайтлы, это, конечно, немножко странно, то есть, неужели что-то новенькое? Ну, только если Марио там будет, ну, какая-нибудь прям супер, потому что я помню, на Wii U сначала вышло 2D Марио, которое там, ну, мало кому сильно понравилось, а 3D, как он назывался, наверное, Universe, Galaxy, не помню. Супер Марио. Вот, она Galaxy. Позже. Да, она позже была, и она там собрала абсолютно дичайшую просто прессу в том плане, я не знаю, что она, кажется, там что-то, оценка средняя 98, что ли, была там. Вот. Да. Ну да, но интересно, ну подождем, да, посмотрим, что они там, что да. будет на запуске, если Зельда, Марио и Покемона не будет. Честно говоря, ну как-то все равно, по мне выглядит маловато, ну Покемон, Зельда и Марио, да, на старте, вот у консоли. Что нет, там, ты говоришь, что у Nintendo... Ну да, ну почти на старте. Допустим, ну, Wii U было. Что там, нет больше студий, что ли, у Nintendo? Не, ну понятно, что слух... это ж всего лишь слух, там, может, еще что будет, но я надеюсь, там, что-нибудь... типа, все хотят Metroid, вот, пускай делают лучше Metroid. Да. Трехмерный или такой, или классический? Ну, не знаю. Почему бы и не классический? Да, можно и оба, конечно. Но... Ну, да. Судя по тому, что там это полупортативное, полудомашнее, полууличное, то там лучше сбоку. Вот, Action Adventure, The Watchmaker от 1С выйдет во втором квартале 2017 года. Ну, там какой-то сюжет про странный мир, где время там исказилось, нужно с зубчатыми колесами там производить различные манипуляции. Делает ее чилийская студия внезапно, которая в портфолио одна мобильная игра, и то там не с очень хорошими оценками, насколько я понимаю. Да, там какая-то про мотоциклы и трюки тогда, да, там слабовато в Play Store я посмотрел. Забавно, что еще от 1С она сейчас кинулась в издательскую деятельность, а Wargaming, там это NGD Studios, ремейк Master of Orion там из Аргентины, эти чилийцев подпрягают. Ну, это как есть... новые венгры, там еще дешевле, наверное. Ну да, это как новые венгры. Я почему-то не могу не думать про Аргентину и Чили, когда я думаю про вино. По идее, надо бы думать про этого, про Борхеса с Картасаром, а кто там в Чили, там... А, Пабло Неруда, чилиец, наверное. То есть про всякие имена там думать, а я думаю про это, про винцо. Вот, и... ну, винцо, кстати, нельзя сказать, что оно прям такое там дешевое, как таманское, но, как сказать, винцо надо еще вести, а игры, они там... через Intertubes пропихиваются, да. Поэтому, да, я думаю, что если бы вино, оно бы передавалось как программный код, то оно тоже бы стоило бы там за 0,7, там, я не знаю, рублей 120, и то, потому что... Ты бы не скачал бутылку вина? Нет, я бы скачал бутылку вина, чилийский, я не против. Тоже. Вот, Activision Blizzard рассказывает про свои успехи, значит, в последнем квартале финансовые. Там даже World of Warcraft поднялся, ну, как они говорят. Они точных цифр не называют уже подписчиков сколько, но пишут, что благодаря фильму очень много новых игроков, в Китае особенно. Вот, так что и предзаказы, значит, Legion, дополнение, которое 30 августа выходит, они на уровне там, предзаказов предыдущего дополнения, которые были окей. Даже World of Warcraft у Blizzard
чувствует себя неплохо. Overwatch там поиграло больше 15 миллионов игроков. Они все наиграли 500 миллионов часов. Это, конечно. Вот, да. В Китае она стала самой продаваемой ПК-игрой за всю историю. То есть тоже Overwatch там приносит. А, вот, что тут пишут. За все время, значит, после релиза и так далее, там микротранзакции Overwatch принес полмиллиарда долларов выручки. Конечно, не GTA 5, но... Нет, ну просто, извините, для игрушки, которая является второй производной бренда, то есть если вообще надо вспомнить, да, что World of Warcraft, простите, ответвление от стратегии, которая заколосилась так, что это... А это еще вот... И при этом, да. Вот. Полмиллиарда долларов, это, конечно, это... Ну, просто все там в Фейсбуке, я смотрю, там в ленте все смеются, что типа все хоронили там Activision Blizzard, то есть они против трендов, у них там... У них платный Overwatch, у них платный Warcraft, там и все, и это, и как бы они там не очень любят, хотя они купили ж Кинга этого, мобильные платформы. Что-то там тихо пока... Ну, просто она просто она продолжает, да, потихоньку печатать деньги. Это как мне, вот меня, например, потрясло, что половина установок Minecraft случилась после того, как Microsoft ее купила. Потому что я вот, например, там говорил, что нахрена они уже все поставили Minecraft, который это все, кто мог. Вот, и, собственно говоря, нет, я был неправ. Так и здесь тоже. Оно нормально, пусть живет. Хай живы. Ну, действительно. Да, потому что все, в общем-то, по, как сказать, вот единственная, пожалуй, компания, которая сделала столько игр, которые нравятся мне и в которые я там играл. Вот, чтобы вот во все. И не только мне, вот, Коля тоже еще... Куча еще, приятных людей. Еще одна цифра очень впечатляющая, что во всех играх Activision Blizzard MAU, то есть, значит, как это по-русски, блин, сказать? Users, активные пользователи за месяц, но там еще да. Есть какой-то акроним какой-то вообще. Да, в общем, 491 миллион по всему миру. Так. Это вообще, конечно, ну, конечно, Китай там, но... Это с Кингом считается, конечно. Конечно, с Кингом, но сейчас это 491 миллион, это больше процентов 7, да, населения Земли. Да, наверное, где-то так. Так что это вообще-то нифигово очень-то. Вот. А цифры, я, честно говоря, я там забыл, да, ну, выручка, в общем, очень большая, она больше прогнозов, она больше прошлогодней, то есть там, вот, так, о, Take-Two говорит, что Rockstar покажет новую игру уже скоро, вот. Ну, там Take-Two... как говорят, там он, этот, как его, из Take-Two чувак, Зельник, да, точно, да, он сказал, что... New Projects, даже может там не одну игру, но это, не знаю, я бы не надеялся. Наверное, все-таки одну. Но понятно, что не говорить. GTA 6 не будет сейчас прямо. Как? Там писали, что проводили параллели, что анонс пятой части был ровно там через 3 года в ноябре после анонса четвертой части. Так может, вот там через 3 года в ноябре, то есть в этом ноябре, шестую. RDR 2. И ну, да. Дело в том, что сейчас там вышло или выходит Mafia 3, ее тоже издает та же самая компания, это как бы суррогат GTA, и они не будут ее, ну, то есть они максимально, я не думаю, что они будут анонсировать GTA в тот год, в который они вот там это... Ну, это же только анонс, выйдет она там на 2 года позже. Ну, если да, если вот с таким вот забросом на 2 года, да, тогда теоретически. Ну, там, правда, братья Хаузер же с Бендисом судятся, и я, честно говоря... Ну да, непонятно. Последние там latest developments какие-то, вот, ну там, конечно... Ничего не писали вроде. Знатная грязюка. Ну, может быть, это к лучшему, что ничего не писали, может, там внесудебное регулирование какое-нибудь все там ударили. Договорятся. Да, потому что людям нужна GTA,
Вот, Я помню, что Rockstar говорила, что будет сильно расширять GTA Online, то есть там типа новые острова добавлять и так далее. Но как новые острова добавлять, значит, без синглплеерного контента? То есть, может, они сделают шестую часть, ну, на том же, допустим, да, движке, там не сильно улучшенном, но, по-моему, хватит за глаза и так. Он так красиво все. Ну, вот. Да, и суть, получается, работы там меньше. Может, суть там... в огромном открытом мире, но и в сюжетке тоже, не в движке, в конце концов. Я там считаю, что вообще там суть в социальной сатире в этом во всем. То есть там их точки зрения... Точка зрения у них, конечно, нигилистическая. Я не очень люблю хаузеров, но вот как хотите описать, писать они умеют там в сценарии. Вот. Ну, то есть добавят просто этот... новый синглплеер в GTA Online. GTA Online, она, ну, как бы у них там сейчас кэшка очень-очень много денег приносит. Продолжит приносить. Просто будет новый синглплеер и новый остров. Ну, посмотрим. Если он говорит скоро, то, наверное, ну, в этом году. Наверное. Так, что там? А, QuakeCon же идет, да, и показали первый геймплей Quake Champions. Да, посмотрите внизу ссылка. Да. Ай, блин, а я не посмотрел. Запустят в 2017 году. Там какое-то ворчание по поводу этого. Типа, знаешь, там такой трейлер небольшой, геймплейный. Показывают, как чувак прыгает, значит, на ракету. Ну, то есть, рокет-джампы делает там. Быстро, типа, на джамп-падах прыгает, значит, быстро бегает. Там, не знаю, метко стреляет из рейлгана, там, дробовика и так далее. И там, в общем, перемежается все это такими надписями, типа Hyper Fast, там, Ultra Skill, там, не знаю. Ну, выглядит просто, ну, там как-то серо все. То есть, может, ну, как это, вымыто все, вымытые цвета, как будто, не знаю. Все говорят, что, мол, вот так, как третий Quake там выглядел и так далее. Ну, блин, я не знаю, я не соглашусь. В третьем Quake было там больше контраста, больше цветов. Вот, а здесь все выглядит как будто, ну не знаю, вот было, помню, Unreal Tournament 3 на Unreal Engine 3, когда вышел, все жаловались, что там было, ну как-то все в кашу сливалось, тут, по-моему, еще хуже. Ну, конечно, по одному ролику там судить сложно, вот, и да, еще, конечно, жалуются, что там пишут, что ультрафаст и так далее, но нифига он не ультрафаст, там не слишком все быстро происходит. Вот. Ну, опять, да, по одному ролику нечего судить. Вот в следующем году запустят бету. Ну, 12 разными, знаешь, персонажами. И? По принципу этого, и я не Мариван, но я вам отдыхать не мешаю. То есть это как бы, то есть мы все понимаем, что это не ультрафаст, но во всяком случае вам это будет приятно услышать. Ну, что да. Ультрафаст. Так, а в сентябре, по слухам, Blizzard анонсирует HD ремастер StarCraft Brood War. Не весь StarCraft? Я так понимаю, вместе. То есть, да, и ну первый, да, из Brood War. Смысла как бы нет без этого. Ну, не знаю, ну, корейцам, наверное, надо это все просто. Ну, это... Слух идет из Кореи, так что там типа стоит доверять. Кто как не знает про StarCraft, как корейцы. Да, погладь зерглинга, сука, да. Что-то непонятно, ну, почему в сентябре, почему не в ноябре, то есть на Близконе там. В сентябре писали, что заканчиваются какие-то там, какая-то серия турниров по StarCraft официальные, может там типа в финалах анонсируют. Может, вот. Не знаю, то есть понятно, что они там делают все эти HD ремастеры, у них было там много вакансий, и третий Warcraft, и StarCraft, и Diablo вторую часть, не знаю там насчет первой, ну вот, может, понимаешь, вот, ну, что ты на этом близко не ждешь, наверное, наверняка новых игр там нифига не будет, а вот если они, значит, вместо новых игр привезут, значит, три ремастера сразу старых, ну почему бы и нет? Ну, на ремастер второго Варкрафта можно сделать, там, я не знаю, на планшетах в него можно будет играть, интересно. Ну да, нормально, я думаю, там все крупненькие, эти все фигурки. Второй Варкрафт, да. Конечно, еще дальше, ну, посмотрим. Ну да, с No Man's Sky там вообще, это ахаха там. Не знаю, просто... типа драма с No Man's Sky,
Значит, многие магазины уже не только там в каких-нибудь, как обычно, типа в Объединенных Арабских Эмиратах, там раньше магазины игры начинают продавать или еще где. Нет, США уже начали продавать кое-где игру. Это получается, когда у нее 9 числа релиз, то есть через 3 дня еще. Вот. Я вроде на 12-е перенесли. Ну, 12-го это ПК, на ПК. А так 9-го на PS4. Вот. А. Ну и, соответственно, что, журналисты там, в том числе с Kotaku, Polygon, пошли, купили игру, начали стримить, ну, почему бы и нет, да? Вот, то есть, никакого эмбарго нету, типа, потому что никаких копий им не присылали. Сказали там, по-моему, там говорят, что пришлют то ли за день до релиза, то ли там с утра в день релиза, не знаю. И, в общем, получается, что, ну, пошел в магазин, купил игру, почему бы не постримить, да? А разработчики там пишут в Твиттере, что, ну, не смотрите, мол, во-первых, спойлеры, во-вторых, у нас там очень-очень большой патч, значит, в первый день выйдет, который много чего не только исправит, но еще и добавит там новый там функционал. Я смеялся, ты че, что это, извини, перебил, ладно. Ну. Добавить функционал, да, я смеялся, что это не та игра, которую вы должны увидеть, не играйте в нее, не покупайте, то есть вот это очень это вот смешно, они там, это как там, это не то, что это, там, дорогая, это не то, что ты думаешь, и вообще. Не, ну просто я, честно, ну, не понимаю реакцию людей, которые там поносят Kotaku, Polygon, не знаю, вот в этой конкретной ситуации и других нет, людей. Пошли, купили, украл. Потому что если человек, ну, если человек просто может пойти в магазин купить игру, то почему бы журналисту не купить игру и не рассказать про нее там человеку, ну, который может... Нет, просто некоторые люди, они любят там кричать, будьте вы прокляты, проклятые обезьяны и так далее, потому что по поводу и без повода это у них, ну, как... Конечно, если потом, знаешь, тоже вот говорят, что если потом на Полигоне появится статья, а почему нам не присылают игры там раньше времени, почему нас там игнорируют издатели, это будет странно выглядеть, вот, ну, как бы, вот поэтому. А так, не знаю, по-моему, все ну, нормально делают. Единственное, что, ну, там ведь никто ничего еще не открыл, я подумал, что, может быть, там эти там завры, которых в Твиттере неприлично называют, может быть, они делают непристойные предложения там какие-нибудь, и там это рассказывают, где на планете закладка находится, но... Вроде как там по первым впечатлениям, я так сильно себе не спойлерил, но вроде как там все нормально, и единственное, что напрягает, это сбор всяких ресурсов, на которые там нужны апгрейды, ну, которые нужны для апгрейдов, там, крафта, все такое. Вот, а в остальном, я вот почитал буквально там в каком-то фейсбук-посте. Да, про пещеру там. В этом, да, про пещеру, все. Значит, темная пещера с там с люминесцентными грибами или чем, значит, подземные озера, и там тучи, значит, очень-очень много мелких крабов или пауков, которые нападают. Очень, наверное, хорошо выглядит и прям ощущается. Я бы, ну, конечно, понимаешь, как бы, опять же, шанс найти такую пещеру, какой у тебя, если там все это процедурно генерируется, посмотрим. Uh-huh. Вот. Да, это просто что я по поводу этих завров, я в каком смысле говорил, что когда-то там чуть не 30 лет назад КВН, он вообще, в принципе, достаточно тоскливый всегда бывает. Вот, но иногда там некоторые там прорывались, и мне понравилось, я же не помню, по-моему, в 88 году кто-то там озвучил это Алису Селезневу, там тигрокрыс вместо того, чтобы рычать, он говорил Алисе, приходите завтра вечером к амбару, не пожалеете. Вот, я просто подумал, что, может быть, завры, да, они там юным игрокам, там же игра 12+, они тоже там насчет амбара что-нибудь говорят, и поэтому ни в коем случае не берите, нет, выкиньте, если вы купили болванку, там, прислоните ее к стене, как в американской истории X, и там тоже ребром ступни там переломите ее пополам, там, как голову этому. А, ну ладно. Я просто этого Боджака Хорсмана стал смотреть, и там в первый, второй, третий эпизод самого первого сезона они там хорошие, четвертый, пятый, что-то мне как-то это, но потом там, конечно, про тюрьму там очень-очень хорошо там вообще замечательно. Надо бы посмотреть.
Все хвалят, я вот не пробовал еще. Он очень, ну, ты понимаешь, ты слишком жизнерадостный человек, я не знаю, просто надо быть как уже там старым и циничным, чтобы это смотреть про этого, про коня, потому что там он депрессивный местами, действительно. Думаешь, ну я же в Dark Souls играю, что мне? Ну да, с другой стороны, зачем? Не обязательно же там сливаться с материалом, как это я делаю, то есть можно себя отстраненно воспринимать, а не то, что там я конь, там. Там в Твиттере, кстати же, есть, да, Саша Конь, там, который до меня периодически добирается в реплеях. Вот. Что еще про No Man's Sky хотел добавить, что разработчики пообещали, значит, сбросить сервера, то есть все, что там, те, которые купили игру до релиза, все, что они там назовут, то есть там же можно называть планеты, этих динозавров, да, все, все будет сброшено. И с все криком будет пойдет заново. Спарта, да, как этих, да, они там детишек кидали. Как это романтично, да, сбросить сервера. Вот, да, и давайте переедем на Блиц. Там, ну, там, да, Коля подробно в Твиттере освещал, что происходит с Just Cause 3 на консоли. Каждый патч, который выходит на консолях, делает игру еще хуже. Вы можете там ссылку внизу посмотреть. Тест фреймрейта, в общем, не знаю, как это получается у, казалось бы, нормальной студии Avalanche, которая подарила нам клевую Mad Max, вот, но с Just Cause 3 у них проблемы, поэтому не знаю даже, что и сказать, то есть, там, ну, рефанд уже не сделать, да, ну, как, блин, остерегайтесь в будущем этой студии, аккуратно покупайте игры. Потому что там две разные, нормальные все люди. Там команда А делала Mad Max, а Just Cause 3 там двоечники. Да, это же известно, ну, точно, что те, кто делал Just Cause 2, они сделали Mad Max, а Just Cause 3 отдали там второй. Не знаю, там младшим интернам, да, людям, которые там выковыривают козявки на работе и едят их и так далее. То есть, в принципе, там можно рисовать портреты и подстегнутые там, то есть разнузданное этим просмотром ночным этого мультика про коня воображения, она там будет рисовать разработчиков все более и более непривлекательных. Вот, да, кстати. 23 августа на ПК, Xbox One, PlayStation 4, PS Vita. Если на PS Vita опять входит новая игра, что-то как-то часто она... Вот, выйдет Puzzle Platformer Hue. Посмотрите трейлер там вот в описании. Ну, выглядит как инди-пазл платформер. Наверняка много людей в такие игры играет. Вот. Да, если что-то выглядит как инди-пазл платформер, квакает как инди-пазл платформер, то это, скорее всего, инди-пазл платформер. Да, и там, ну тоже, Telltale чинит ПК-версию Бэтмена, то есть я должен спросить, как они, как Avalanche они чинят, то есть как команда Б или это? Ну, или они, как они обещают, и патч выпустили, и вроде как, да, лучше стало, так что можно там, не знаю, риск уменьшился, если вы купите в Steam и попробуете, то, может быть, у вас все и нормально будет. Просто как игра-то там вроде ничего, поэтому да. Основатель Platinum Games намекает на ПК-порт Vanquish, то есть там в интервью одно у него брали и спросили, мол, а как насчет Vanquish на ПК, он говорит, что ну, выключите микрофон, я вам расскажу. Вот. Ну, не знаю, может, он так сказал. Понятно, просто так решил пошутить, но кто его знает. Кто его знает. Вот, еще у него там спрашивали про Metal Gear Rising Revengeance 2, или просто про Metal Gear Rising 2, вот, и он сказал, что, ну, ничего не ясно, IP у Konami, с Konami ничего не ясно, вот, и мы вообще не при делах, то есть на MGR 2 рассчитывать вообще не стоит никогда уже, наверное. А жаль. Да, для Stellaris выпустили DLC с расой растений, 129 рублей за портретики, это работает схема, как в Европе универсалис, доение, себя ненавидя, пошел и заплатил. А что если там мод какой-нибудь уже есть с растениями? Это же все модом можно добавить. Неофициально. Там мод и с названиями кораблей культуры есть, и со стартом на мире. Не, ну, в смысле, вот они продаются?
они продают портретики, а если там похожие, ну, не, прям понятно, что такие же нельзя мод засунуть, да, ну, а если похожие? Им ничего не будет, можно нарисовать похожие растения, и это, они же, как говорится, хозяин-барин. Ну, просто, да, наверное, парадокс там, поблагодарят 129 рублями. Они, как это сказать, они постоянно смотрят всякие там идейки, которые в той же Европе Универсалис, которые были в модах, и потом их реализуют. Ну, в принципе, этим же занимается, например, Blizzard World of Warcraft, там, по части интерфейса. И они вообще, по-моему, там, в открытую говорят, что, собственно, что стесняться. А, что? Ну, это все почти все, занимаются, да. Все это делают, вот. И модеров потом на работу берут, так что... Да, вот это вот самое клевое, там эта история, это чувака, который забыл, как его зовут, который во время тестирования, во время бета World of Warcraft, который там показал им Сирингорд, что воин во Фьюри, да, Джон Афросиаби, конечно же, да, Афросиаби. Ну. А, то есть не Джон, а Алекс, да, Алекс Фросиаби, да, что там будет, воин будет постоянно, то есть баф этот его действие не кончится никогда. Вот, они его взяли на работу. Ну, и, конечно, не за это взяли, потому что он там в Эверквесте какой-то был топовый. Ну, они очень много из Эверквеста набрали. Вот сейчас жену Project Lead Overwatch Каплан, он, этот, Джефф Каплан, он был там гильдмастером в какой-то Эверквест гильдии. Поэтому его взяли там делать World of Warcraft. Да. А, вот, да, ну еще, да, я скажу то, что там, как бы, почему я угораю, кроме Stellaris, Torment, Tides of Numenera, она выйдет не только на ПК, но и на консолях, весной 2017 года, Брайан Фарго, ну, умеет человек там как-то более-менее там собирать деньги, но в сети там слабенько, жиденько, но пронеслось вот это вот, что будьте вы прокляты, проклятые обезьяны, да, по поводу... В адрес Фарго по поводу того, что там... как нехорошо. Да, на консолях выпускать для этого, для консоли пейзан, когда ПК, эта игра должна быть только для ПК бояр и так далее. Я, честно говоря... Вот, да, Glorious PC Master Race. Я, честно говоря, удивляюсь вообще. Вот как... Вот неужели вот... вот жалко тебе... Не, вот, ну типа, вот, не знаю, осторожность какая-то, знаешь, там, типа... Вот они могут сделать там неудобное управление или что-нибудь там сделать тупее, меньше, ну, то есть меньше текста, чтобы на телевизоре нужно было не так много читать. Ну, есть уже, ну, нормальный пример, как это? Divinity Original Sin выпустили же на ПК и на консолях. И там, да, блин, ну, полностью... не кончился после этого. Полностью ПК классическое CRPG, только, ну, не знаю, со всех сторон, как не осматривай. Да. Так что не волнуйтесь, все будет. Ну, в этом плане с Torment все будет нормально. Вот. 9 августа на PS4 выйдет Indigo Prophecy. Это, ну, игра это Дэвида Кейджа старенькая. Да. Так, стоп, подожди, там еще одно слово было. А, Фаренгейт. Indigo Prophecy. Ну, это вот. Две версии названия, по-моему, если я не совсем еще уже с ума не сошел. Ну, вот. Да, то есть они там ее давно обещали выпустить, но что-то как-то тормозили. Видать, не знаю, с портированием на PS4 вообще проблемы большие. Потому что там до сих пор, например, моды Fallout 4 обещают и никак не выпустят. Вот. Ну, теперь точно, 9 августа. То есть уже, получается, вы слушаете послезавтра. Если вы еще не поиграли, ну, как, не знаю, там, общественное мнение в интернете, насколько я... понимаю, что вот Indigo Prophecy — это лучшая игра Дэвида Кейджа. Ну да. А, вот, чего там? Blizzard анонсировала собственный Overwatch турнир, пока без призов, вот, и с финалами 16 команд поедут на BlizzCon. Также было, в принципе, и в первый год Hearthstone, когда Hearthstone вышел, в первый год приехала несколько приглашенных игроков на BlizzCon показать, типа, класс, там за первое место дали кружку большую такую, и все. Ну, там, понятно, что компенсация какая-то была, там, за пребывание, не знаю, вот. Но здесь поинтереснее, здесь такой, типа, Кубок Мира, то есть они разделили, ну, там, не знаю, как в StarCraft, например, на несколько регионов, то есть Америки, Европа, и Азия, по-моему, Австралия вместе с Америкой, не знаю, точно не помню. Вот, и
будут шансы попасть, значит, не только там, не знаю, знаменитых стримеров, но просто если вот ты играешь в ладере хорошо и там, значит, поднялся очень высоко в рейтинге, даже если ты там, например, вот из Беларуси, то можно будет как-то попасть на BlizzCon. При этом команды, как я понял, они будут, ну, допустим, сейчас уже есть в Overwatch там про-сцены, там команды со спонсорами и так далее, но в этом Кубке мира команды будут собираться типа по странам. То есть, там, ну, как-то необычно все выйдет, посмотрим. Ну, они интересно. Тоже нащупывают, потому что это, как сказать, многим людям привычно там болеть за какую-то страну, а не за команду. Вот они вот... ж, вот да, они в Overwatch, понимаешь, такую, ну, вот тему проводят, что вот сейчас репрезентация странно. Вот летние игры, которые сейчас начались, там всякие Player Icons там с флагами США, там с Швеции, ну, всех стран, из которых герои самой игры. Uh-huh. Вот, так что да. Посмотрим, посмотрим. Что тут дальше? Я потерялся. Да, Valve открыл для сторонних разработчиков технологии трекинга Steam VR. Бесплатно. За даром Бивис. Ну, да, ну как и обещали. Да? Они обещали. Да. Ну, то да, есть нельзя сказать, что там что-то там дела как-то не так идут у этого. Да, да. Они хотят, чтобы VR был там у всех, чтобы все делали игры под VR и так далее, потому что понятно, что VR что-то как-то не запустился. Его, да, не подтолкнешь, не полетит. Да, тут покемоны еще, как мы уже говорили, да, что да. AR перекрыл VR внезапно. Вот. Тираж всех игр серии Civilization превысил 35 миллионов копий, плюс там все то, что там стырили в Советском Союзе на первых персоналках, потому что там люди считали, что да, компьютер с установленным Norton Commander поставляется, а также с установленным там Тетрисом, Ларри и чем-то еще, там, и шариками, не знаю, и цивилизацией. А, там сейчас, кстати, для цивилизации 6 постоянно они там представляют играбельные, да, играбельные все эти, то есть фу, нации, там, вот, что-то, хочу там посмотреть, какая там Россия будет, потому что там достаточно отличаются друг от друга цивилизации. Я там требую Беларусь, хотя, наверное, можно модом добавить. Модом, да, там уже это, там, я помню, кстати, там мод, короче, пиратская цивилизация 4 продавалась, и там была очень сильная Россия, то есть у которой, короче, в общем, лидер Лев Толстой, у которого все перки есть, там сколько их, 8-9, которые были в игре. Вообще, я что-то ржал над тем, что это Лев Толстой. А ну, Дашот предлагал авианосец переименовать в Лев Толстой, я поддержал. Просто дело в том, что я занесло меня в Википедии читать про ирландские ВМС. У них называется один корабль Джеймс Джойс, другой Сэмюэл Беккет, там у них фрегаты. И вот эта серия писательская. Но Флэна Брайана нет, во всяком случае, пока. Но есть Уильям Батлер Йитс. Я там начал, там, естественно, в Твиттере ругаться, почему у нас там не называется корабль Лев Толстой, а Шот отвечает, а надо это, ну, почему бы не переименовать, почему у нас нет авианосца Лев Толстой, а Шот отвечает, можно переименовать тот единственный, который есть. Вот, и правда. Я вот, кстати, подумал, тогда требую белоруса персонажа в Overwatch. Только я даже сам не могу, ну, придумать, что он там будет делать, как он будет выглядеть, что, не знаю, что с Беларусью у меня в голове связано, типа, не знаю, мужичок, значит, в соломенной шляпе и в вышиванках, который, ну, идет по полю с значит, пшеницей. Но с серпом. Ну, все же знают, что Беларусь родина варгейминга, соответственно, мужик этот превращается, например, там в танк. Танкиста? Ну, танк уже есть, блин, не знаю. Да, и... Че это, чего там еще? Что дальше? Bethesda выпустила первое DLC для мультиплеера Doom, называется Unto the Evil. Вот, там две новые карты, какая-то новая пушка, новый демон, который, по-моему, телепортируется, ворпится по карте. Ну, вот. Ну и всякие еще по мелочи, там косметика и так далее. Можете демон посмотреть трейлер. Или... Ага. Ну, короче, вот это все, как там я уже, не знаю, много выпусков назад говорил. DLC с картами в мультиплеере.
Ну, правда, как? Можно, пишут, что можно поиграть с друзьями. То есть, если друг купил, он может там на эту карту зайти и пригласить тех друзей, которых DLC нет. То есть, еще ладно. Более-менее. Я не очень люблю, кстати, все дополнительные вот штуки. Понятно, что там разработчики должны выживать, что там продавать доп. Контент, что у них там просто цикл производства такой, что они просто не могут, у них там колеса крутятся после того, не, ну, как то есть, они там производят игру, но... Overwatch сильно ругали за то, что добавили эти ограниченные по времени ящики новые, с новой косметикой и так далее. Тут просто пушки добавляют платные, так что... Я вот просто вот во всем этом, я не люблю это, anxiety, потому что ситуация, то есть в игре ты должен расслабляться, а тут тебя слегка там царапает, что не... Или акцию какую-нибудь ты там не использовал возможности, то есть, конечно, это все тенью там проходит. Это все из World of Warcraft, на самом деле. Там тоже постоянно было это. Чуть не зайдешь, какая-нибудь, что-нибудь проходит, нужно, ну, каждую неделю нужно босс выбивать, например. Зато дракона фиолетового хотя бы дали, да. Потому что я помню, что я сделал это достижение. What a long, strange trip it has been. Сам себе удивляюсь, сделал я его, ну, не 3 года, но 2 точно. Потому что какой-то из праздников я пропускал, я помню, там это... Или это было на работе за пара, или я болел, но, в общем, или праздник, или 2, я там, потом я там закрывал это все, и сам себе удивился, когда я получил эту ачивку, и потом я долгое время летал на этом, на Violet Protodrake. А вот, да, бету The Elder Scrolls Legends открыли для всех, я, насколько я понимаю, это карточная игра, да, у них да, с двумя да, жмите палетами. Внизу там. Было. Это Hearthstone пишет с двумя лейнами, то есть с двумя... как путями для миньонов, по которым они могут там идти атаковать, и парочкой там таких интересных механик, типа специальных карт, которые можно сыграть бесплатно, если ты там их в какой-то определенный момент, значит, берешь из колоды. Ну, как бы все, теперь может попробовать любой желающий, я, честно говоря, не желающий, вот. По ссылочке бесплатно. Жмите внизу. Да, бесплатно. Ну, если у вас время есть на это дело, то вперед. А, так, ну вот, да, четвертый... и Hitman. Да, Hitman, конечно, как же без него. Четвертый эпизод, который будет, значит, действие которого будет происходить в Бангкоке, выйдет 16 августа. Очень жду. Надеюсь, что вы там внимаете моим мольбам, значит, купить Hitman, потому что очень... очень хороший. И что, ну, вообще-то все ждали, что осенью начнут новые эпизоды выпускать, но оказалось, что вот уже 16 августа, так что даже как-то раньше, чем нам нужно. Хорошо. А, ну да, мы забыли сказать, что Hearthstone, по слухам, выпустят на консолях. Там, значит, Ниагафи чувак какой-то опубликовал, да, картинку из интерфейса, да. Xbox. И это, нет, получается, на сайте Xbox, там его профили, значит, на страничке ачивок внезапно появилась ссылка на Hearthstone и картинка, и написано там, ну, типа, 0 ачивок, 0 геймерскора. Если нажать, говорит, то там страница 404, ничего не найдено. Ну, вполне логично. Стали бы они там сделать, да, просто так. И это да. Не похоже на какой-то баг. То есть в интерфейсе Xbox, там после этой унификации бокса, значит, и Windows 10 появляются сторонние игры, но прям так, чтобы вот там было написано 0 геймерскора и 0 ачивок, такого не бывает. Вроде как, ну, не было еще таких странных багов интерфейса этого сайта. Вот. И да, похоже, что действительно выпустят. Ну и, наверное, на PS4 тоже, потому что вообще и нет. Вот. Ну и действительно, что там, по-моему, с геймпада управлять довольно просто. Ну, хотя, конечно, мышкой или пальцем гораздо проще все-таки, когда там нужно быстро закончить ход, мне кажется, что, конечно, с геймпадом будет это, да, медленнее с геймпадом. Медленнее, вот. Конечно, но это, по-моему, там, не знаю, 98% времени влиять не будет. Чего там так про что? Родион? Я ну рад... и да, последняя мини-новость, что появились там обзоры Radeon RX 470, то есть там послабее карта, чем 480, вот, и на Digital Foundry пишут, что отличная там видеокарта для тех, кто играет на
Full HD мониторе, то есть там тех еще, или, ну, то есть не для VR, не для крутых мониторов, там просто дешевая, там, ну, относительно, да, карта, которая отлично, ну, да, себя будет вести там еще в ближайшие пару лет. Большинство у большинства людей все-таки 1080p, нельзя сказать, что он прям какой-то пролетарский там. Да, да, в этом, если посмотреть там Steam Hardware Stats, не знаю, ну, в общем, статистику Steam открытую, то там у подавляющего большинства, значит, 1080p. И там на втором месте, по-моему, 1366 на 768, потому что это очень распространено на ноутбуках. Вот. Да. Ну и все, на этом закончили этот выпуск. Всем спасибо за то, что слушали, смотрели. Вот, если выпуск вам понравился, ставьте лайк. Если не понравился, ставьте дизлайк. Приходите в комментарии. Там, почему, да? Я заметил, ну, в 24-м выпуске кто-то поставил дизлайк, а почему не написал. Так что да, приходите и объясняйтесь. Рука дрогнула. Рука дрогнула, да. Подписывайтесь на канал, если хотите получать эти видео вовремя. Ну или подписывайтесь, если вы там слушаете на SoundCloud, подписывайтесь на канал на SoundCloud или в iTunes, не знаю. У нас много каналов, да, распространения. Вот, еще раз всем спасибо и пока. Да. Всем спасибо.